Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Вы простите, что мы к вам без предупреждения. Мы вообще на завтра записаны, но тут, видите ли, в семье глубокий экзистенциальный кризис случился. Все волнуются несколько. Очень нужно поговорить. Ой, да скажите проще, что мы разводимся. Зачем так все усложнять? А затем, милая моя, что вначале было слово, а уж потом все остальное. Поэтому позволь мне говорить, как вздумается. Как будто тебе когда-нибудь мое разрешение нужно было. Начинается. Заканчивается уж, не переживайте. Вот так постоянно. Ей слово, она мне 10. Я когда себе жену просил, я же не знал, что она столько говорить будет. Знал бы, два раза подумал бы. Даже так? Да. Ой, бедный он несчастный, не оправдались его ожидания. Ой, а меня даже не спрашивал никто, хочу я замуж, нет. Разбудили, и вот, говорит, муж твой, какой есть. Живи теперь с ним да радуйся. Да потому что живи да радуйся, женщина, а не ищи во всем драматическую основу. Это только на театре нужно, чтобы поинтереснее глядело. Здесь-то зачем? Вот была бы ты актриса, цены бы тебе не было. А так цена какая? Слушай, ты дурочкой тоже не прикидывайся. Вы простите за сбивчивый рассказ, все просто волнуются несколько. Нет, сначала все чудесно было. По скверикам там гуляли, винишко белое из горла, песенки разные на рассвете. И тут она мне поутру заявляет. Наши отношения никуда не двигаются, жизнь свою утаптываем, все чета, ну и так далее. Ну, так оно и есть. Потому что нельзя так жить, нельзя целыми днями без дела шататься. Кто это без дела? Это ты без дела. А ты бы мне не без дела, милая? Я, если ты помнишь, в нашем лесочке каждой зверушке имя свое дал, а их там несметные тысячи, чтоб ты понимала. Тут фантазия нужна, некая поэзия мысли. Что за имена такие? Скалопендра. Выхухоль. Ты где их взял вообще? Чем тебе не нравится? Тем, что это не звучит. Ладно. Алис инсервиенда консумор. Что в переводе с латыни означает «служа другим». Расточаю себя. Что? У меня сегодня выходной, между прочим. Да у тебя каждый день выходной. Ну. Я не закусываю. Лися песня на просторе, не грусти, не плачь, жена, штурмова в далеком море посылает нас страна. Штурмовать далеко море посылает нас страна. Моя жена всегда мечтала стать актрисой. Напиши, говорит, мне пьесу, я в ней главную роль сыграю. Я не говорила главную. Я ей написал пьесу про молодую пару, занимающуюся оздоровительными процедурами во время бархатного сезона. Это не пьеса. Почему? Потому что в ней нет конфликта. А его нет, потому что ему неоткуда здесь взяться. Какой, скажи мне, в этом садочке дивном вообще может быть конфликт? Зверушки добрые за жопу тебя не кусают. Климат прекрасный, бегай себе по полюшку, добром потряхивай. Все тебе до соплей висячих рады. С чем бороться герою пьесы? Ну где я возьму сюжет? Так это и есть сюжет. Основной конфликт как раз лежит именно в отсутствии конфликта. Об этом пиши. Ты сейчас концептуальным анализом занялась? Это я сейчас твои мысли озвучила. Ой, великое искушение я слышу в твоих словах, женщина. Дурачком не прикидывайся. Далеко пойдешь уже со своей проницательностью. Ну, что ты хочешь? Хочешь, я караваем голым на ежа присяду? Может, тебе полегчает? Да ты знаешь, что я хочу. Хочу видеть, как ты побеждаешь. Хочу чувствовать твою силу. Я хочу знать, что ты меня никогда никому не отдашь. Подожди. А кому я тебя могу здесь отдать? Назови мне имя этого счастливца.
Что за слово? Как? А вот это вот хорошо звучит. Как-то ёмко, содержательно. Ведь можешь, когда хочешь. Inter arma leges silen. Когда гремит оружие, закон молчит. Я рада, что тебе понравилось. А вам вот не кажется это странным с самого утра начинать выпивать? Что в этом плохого, если у меня похмелья не бывает и печень бессмертная? Я не говорю, что это плохо, просто это означает, что ты с чем-то, наверное, не согласен в своей жизни. Я просто хочу видеть этот прекрасный мир в несколько искаженном ракурсе. Это умеренное любопытство, некая пытливость духа всего-навсего. А вчера, когда ты слону орал, мы с тобой одной крови, бегал и падал, это тоже пытливость духа? Назовем это легкий весенний эпатаж. Ну, хоть закусывал бы. Мы, ребята, удалые, мы не закусываем. Зато заливаете знатно. Да, мне бывает тоскливо. Всех зверей я уже назвал, новых пока не предвидится. Ты еще вон глазющими своими красивыми на меня зыркаешь. Поприветливее тебе надо быть со мной, поласковее. Душа художника восприимчива и ранима. И вообще, роди мне сына, женщина, тогда и поговорим. Очень долгое время не можем забеременеть. Не мы, а ты. Я не могу забеременеть. Я не могу забеременеть. Ну да, получается, что мы. Я уж все анализы сдавала, кровь проверяла. Говорят, все у вас хорошо, плодитесь, размножайтесь, а зачать не получается. А от этого нервы. Каша подгорает, и в груди какая-то пустота расширяется. Стать матерью. Хочу кому-нибудь жизнь подарить. Хочу, как все эти белочки, лисицы, ребенка своего на руках качать. В этом столько участия, столько сил истинно сокрыто. Я же не о многом прошу. Тебе салфетки. Держи. Спасибо. Ну, я сам волнуюсь несколько. Все волнуются. Но у нее на этой теме вообще бардак в голове начался. По ночам корешки какие-то собирает. Дни лунные высчитывает. Вчера иду мимо опушки, а она с какой-то змеюкой лесы точит. Да он не змеюка, он ученый-биолог. Ага. Занимается проблемой хромосомного наследования. Да. Я ему, кстати, рассказала о нашей проблеме. Да. Знаешь, чем он занимается, барыга этот? Да к нему лоси через вечер за стаканом травы ходят. Ты откуда это знаешь-то? Краевед. Понятно, да. Нет, вот скажите, это нормально? Я к ней иду с кульком черешни. А она перед каким-то типом стоит и хвостом вертит. Это нормально? Так каким хвостом? Где ты у меня хвост-то видел? Это образное выражение женщины, означающее твою готовность к приключениям весьма сомнительного характера. Перестань нести эту ересь. Ты знаешь, что я тебе верна. Вернадского, дом 89. Даже не спросил, о чем он мне рассказал. И о чем же он тебе рассказал? Он рассказал мне о плодах с того дерева, к которому, я знаю, нам нельзя прикасаться. Но это всего лишь запрет. Не истинное желание отца. Пока дети его не ослушаются, они не смогут дать жизнь никому. А он жизнь вечная. У нас будет ребенок. Не нужно бояться. Я буду слышать тебя во всем. Я буду рядом с тобой во всем. Я стану матерью. Ты станешь отцом. Ты наконец допишешь свою пьесу. В ней будет очень много трудностей и очень много любви.
Мы научимся терпению. И мы узнаем друг друга по-настоящему. You know that Tate wouldn't be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to say the night on fire. Я тебя люблю. Страшно. Не страшно. Как ты говоришь-то? Слово хорошее. Как звучало? Да, хорошее. Ну что? Наюх отсюда. Да. Наюх. Прошу прощения, молодые люди. Вам пора. Слышишь, как мы край, к черту меня с тобою, но не всерьез и не прощай, станешь опять бедою, и там, видимо, нас, и, видимо, нет, а что же там, отвечай, не знаю, но вино, пей новую жизнь, а эту, милая, наюх надо, чтобы наверняка, чтобы давай любить, чтобы уже скорее. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, а эту, милая, наюх надо, чтобы наверняка. Здравствуйте.
Видите ли, моя жена утверждает, что она таракан.